Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Сегодня у меня распаковочка вот такой посылки. Это можно назвать дружественная посылка, состоявшаяся таким удивительным образом. И пока распаковываю, я вам немножечко расскажу предысторию этой посылки. В январе ко мне обратилась моя зрительница Ирина с такой просьбой. Рассказала она свою историю приобретение одной орхидеи, которая по размерам была очень маленькая. Но в своем очень маленьком таком состоянии мы с ней так и не смогли решить, то ли это орхидея по сорту мини или миди размеры имеет, то ли просто вот по... Да что такое? По своим таким индивидуальным особенностям маленькая орхидейка. Ну, в общем, у Ирины возник вопрос, когда она получила это растение. Стоит ли его пересаживать? А сама суть заключалась в следующем, что на этой маленькой орхидейке наросло очень много дочерних растений. И они продолжали появляться на этой маленькой орхидеюшке. Пока рассказываю, прикреплю вам фотографии, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ирина показала мне эту орхидею, и на ней действительно в том небольшом размере, в котором она находилась, уже было на тот момент целых 5 деток. Ирина рассказала, что они появляются практически из каждой пазухи на этой орхидее. Так, уже вижу всякие вкусняшки. Иру интересовал вопрос, вытянет ли это, можно сказать, микрорастение всех этих дочерних, выкормит ли она их, не погибнет ли, и как быть с этой орхидеей, можно ли ее пересаживать из мха, в котором эта орхидея пришла в кору. Я дала как бы свои советы, исходя из фотографий, представленных Ириной, оценила состояние этого растения, ну а также полюбовалась теми детками, которые продолжали нарастать на этой орхидее. Ирина последовала моему совету, через некоторое время написала мне, что все прошло успешно, а также дала я рекомендации по поводу нарастающих деток, что если у какой-либо детки есть корни собственные, то их уже можно аккуратненько отделять и продолжать доращивать уже в самостоятельных отдельных посадках. Ирина так и сделала. Она последовала моему совету, пересадила орхидею из мха в кору осторожно, и у нее получилось даже найти детку с корешками, с корнями собственными. Она показала мне эту детку, показала фотографию этой орхидеи. Я рискнула, здравствуйте, рискнула, пересадила орхидею и одну детку вот нашла с корнями. Я, конечно, в шоке, еще такого не видела. Я так понимаю, что мне от нее цветения никогда не дождаться. Наверное, она с природы только деток дает. Вот смотрите, какая маленькая детка. Это я одну нашла, чтобы было понятно. Я даже не знаю, как показать. Это же вообще... Масенькая-масенькая. И у нее уже две детки, я так понимаю. Вот листик. Идет детка. И вот здесь. Тоже идет детка. А также Ирина показала мне свою коллекцию орхидей, которую она выращивала благодаря моим советам. Ну, так вот рассказала Ирина. Вот
здесь на полочке у меня стоят мои красопетушки, которые рожают деток. Татьяна, большое спасибо вам, потому что благодарность очень-очень большая. Это благодаря вам вырастило столько красоты и что столько цветет. Вашим видео, вашим советам спасибо вам огромное. И в благодарность за ценную информацию, которой она следует и по которой все получается в ее условиях, а Ирина из Крыма, как вы уже смогли заметить по скотчу на посылке, решила отблагодарить меня вот этой самой деточкой, которую удалось отделить. Это было в январе месяце, конечно, прошло время, деточка была пересажена, хорошо прижилась в посадке, и с наступлением теплого периода Ирина написала мне, что детка готова к пересылу, и вот эта детка таким вот шикарным подарком оказалась в моих условиях. Вот, и сегодня я вместе с вами также волнительно открываю эту посылку и сейчас прикоснусь к этой орхидее, коллекцию которых я собираю. Эта орхидея тоже, как вы поняли уже по фото, в крапинку. Ну а к тому же, смотрю, Ирина небольших таких ништячков приложила. Ирочка, большое спасибо. Так, чаек, так я понимаю, да, сбор успокаивающий и расслабляющий. Тизан, яблоко и лаванда. О, мне кажется, через упаковку даже очень уже пахнет. Спасибо вам большое. Чувствую, коробка и большая, и такая увесистая. О, вот такой рахат-лукумчик. Немножко рассыпался. Ну, ничего страшного, как есть. Здесь все чистенько. Вот. Обязательно попьем чайку за здоровье всех. Так, коробка порвалась немного. Вот такой рахат лукумчик, разный фруктовый. Здорово. Подсластить немножко. И вот, собственно, эта красота. Так, посмотрим. Так. Орхидея, я так поняла, из редкостных редкостей. Я даже такую и не встречала. Поэтому, когда Ирина мне показала фотографию, честно, я сразу же, глядя на это фото, тоже захотела себе такую орхидею в коллекцию. И вот оно, чудеса бывают, чудеса случаются. Итак, снимаем ей защитный колпачок, в котором она ехала. Надеюсь, что там все хорошо. И вот она, вот эта маленькая деточка, а самое главное, что на этой деточке уже растут деточки. Вы представляете? Вот так же была удивлена Ирина, а потом и меня удивила, когда рассказала и показала вот такую удивительную историю. Теперь я вместе с Ирой буду надеяться, что вот эти клопы — это не фабрики по производству себе подобных, но когда-нибудь они порадуют нас цветением. Так что будем растить вместе и будем ждать. Так, сейчас мы ее раскроем. Очень трепетно и волнительно, особенно когда вот это все, знаете, на эмоциях, на любви и на обоюдном желании как бы сделать друг другу приятно. Вот. Ирина, у вас получилось. Я вас очень-очень искренне благодарю от чистого сердца.
Эх, давай, ну что ты? Ручонки-то прямо аж затряслись от восторга. Так. Вот, все, освободила. Все, доехала. Восхитительно, превосходно. Корешульки-то какие тоненькие. Это прям вообще какое-то заглядение. В посадочке корни есть, они просохшие. Так, я так понимаю, стаканчик в стаканчике. Да, вот таким образом, смотрите. Даже было незаметненько. Оп, и здесь фитильный поливчик у нее был. Смотрю на фитилечки. Вот так вот все с любовью. Вот. Название. И посмотрите, у нее прям малыха-малыха растет. Вот она. И вот такая крошка, хаврошка ко мне приехала. Очень приятно. Буду растить с удовольствием. И надеяться, что... Ну, не скоро, конечно же, здесь цветение случится. Но, тем не менее. Вот такая сегодня приятная посылочка. Распаковочка. Еще раз огромная благодарность. И искренне благодарю от всей души. Обязательно обмоем этот приезд чайком и сладостями. Ничего здесь в посадочке менять пока не буду. Буду так и растить, как она привыкла. Единственное, сейчас вот поставлю на свет, чтобы она немножко адаптировалась после нахождения в темных, нетипичных для растений условий. Ну и, конечно же, потом к вечеру полью. Вот такая растюшка теперь будет жить в моей коллекции. Надеюсь, что сегодняшняя распаковка и история была также интересной для вас, мои дорогие зрители. И мы вместе будем следить за развитием этой крохотной малышки. Очень красивой орхидеи Фаленопсис Стюарт. Ну а на этом все. До новых добрых встреч!